в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Все по местам, бездельники! На позиции! Поднять якорь! Извини за бутылку, капитан. Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год. Столько перемен. Все к лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать без тебя. Целый год. Гист. Скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? А, ты про ассасинов. Я 100 лет назад узнал, что я, может быть, и пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не вижу, что ты бежал от какой-то кровавой истории? Ты молчал. Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы ты мог сделать выбор сам. Ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность, сделал еще кучу всего. Будь у меня такое право, я бы сделал тебя тамплиером давным-давно. А кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да. Великий магистр в колонии. Вы и палач. Его отец был ассасином. Activated. Thank you.
Activated. Activate. Activated. 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 Нет времени, Гист. Полковник в опасности. Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Все по местам, бездельники! На позиции! Поднять якорь! Извини за бутылку, капитан. Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год. Столько перемен. Все к лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать без тебя. Целый год. Есть. Скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? А, ты про ассасинов. Я 100 лет назад узнал, Шей. Я, может быть, и пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не вижу, что ты бежал от какой-то кровавой истории? Почему ты молчал? Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы... Ты мог сделать выбор сам. Ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность, сделал еще кучу всего. Будь у меня такое право, я бы сделал тебя тамплиером давным-давно. Finira sous la table avant.
Deactivated. Activated. Что вы сегодня хотите? Кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да. Великий магистр в колониях. Вы и поладите. Его отец был ассасином. Тогда нам будет о чем поговорить. Есть новости из форта Уильям Генри? Гарнизон окружен. Подкрепления так и нет. Но генерал Монкальм освободил путь через колонии для короля Людовика. Сидел бы дома со своей женщиной. Он или король? Оба. Но король, пожалуй, в этом удачливее. Да уж, слышал. Мадам О'Мёрфи роскошная женщина. О'Мёрфи? Любовница короля? Что ты мне голову морочишь? Вот это ветер, капитан! Спустить брамселя и бомбрамселя! Activated. 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 Activated.
Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Thank you.
Activated. Activated. Well met, sir. How fare ye? Ah, well, good day. Activated. 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 Activated.
Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated.
Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated. Activated.